На работе ты никогда не заработаешь деньги. Ты только заработаешь на свое существование, на свое питание, на обеспечение того минимума, который тебе необходим для того, чтобы существовать. Поэтому можешь не напрягаться, можешь не париться. Можешь идти бухать с друзьями, тусить и обсуждать. А как же, блядь, стать миллионером? Вот вы там собираетесь, блядь, в кругу и начинаете мозговой пердеж свой выдавать друг другу. Как, блядь, денег заработать? Как, блядь, это сделать? Как, блядь, это сделать? Да нихуя у тебя не получится. Потому что ты, блядь, не уверен в себе, ты, блядь, боишься, у тебя есть, блядь, шаблоны, рамки, в которых ты живешь. Ограничения есть внутренние, которые у тебя внутри находятся, в твоей голове. Вот, поэтому все равно нихуя не получится, поэтому можешь не париться. Пока ты себе мозг не перепрошьешь, перезагрузку пока не сделаешь, мышление пока не поменяешь, нихуя не выйдет. Будешь стараться, пытаться, дергаться, блядь, пыжиться нахуй. И будешь все равно находиться, блядь, в одной и той же ситуации. Куда ты будешь подниматься, потом падать, так называемая петля. Ты будешь в этой петле постоянно, блядь, по кругу, как белка в колесе, гонять, туда-сюда. Тебе еще будут задрачивать родственники, блядь, знакомые, начальники, блядь, заебывать будут тебя. Поэтому можешь не париться, все равно нихуя не получится.